Ах, черт возьми. Похоже, бандиты уже смылись, нам придется теперь их выслеживать. Жопушка, я так не люблю такие квесты. Да они ж простые, чё там. А, бог с ним. Давай уже, чем быстрее начнем, быстрее закончим. Так, давай посмотрим. Так, в журнале говорится, что караван двигался в направлении храма старейшин. Сука, и серьезно, ни слова про бандитов? Жопу этим вытру. Так, что ж, ищем подсказки. Хорошо. Что это? Это что? Нет, я думал, это можно скурить. Серьезно? Не оставили нам никаких подсказок? Никаких? Ну, может быть, какая-то подсказка есть там где-нибудь. А хули ты делаешь? Дай подумать, Бен. Я пошел взрачнуть, а ты что делаешь? Ну, я, например, нашел, куда бандиты ушли. Да ты шо, рили? Да. Ну да, или они пошли сюда, или туда, или туда. Ты не умничай, давай просто... Разделимся и все здесь обыщем, как обычно. Что? Нет, Роуэн, они точно пошли туда. Ты давно работаешь в Ангой, Бен. А мне это не нужно, я вижу следы на земле. Какие нахуй следы? Ты не матерись давай-ка, вон следы. Что ты уже скурил? Какие следы? Следы от ботинок, вот они. Вот, на земле. Где? Какие следы? Погодь. Подожди, ты врубил режим детектива? Какой еще режим потребления пива? Что? Нет, активировать режим детектива здесь в игре. Что за О чем ты вообще говоришь? Нажми E4. Что E4? Такой кнопки вообще нет. Не, еби мозг! Нажми E4 вот сейчас. Прямо сейчас нажимаешь. Да у меня даже кнопки такой нет. Что за кнопка? Нажимай вообще. Да о чем ты говоришь? Мне что, E4? Просто нажми эту странную кнопку. Хорошо. Нажал E4. Ты тоже это видел? Это режим детектива. Погоди. Это что, какая-то новая фишка в игре? Нет, прямо слово совсем. Когда это добавили в игру? Что? Подожди. Ты хочешь сказать мне, что ты прошел уже больше половины игры и ни разу не использовал режим детектива? Чтоб ты сдох. Все могло быть настолько проще. Без этого режима не пройти... Да почти ничего! Стричь ежа, да я же хуевал, как все сложно! Я же... Убийство Светлолесинска! Я 34 часа проходил! Какой ты ебан! Это же буквально 5-минутный квест! 34... Тебе же... Объясняют про этот режим в первом квесте. Объясняют, да, ну я бухло первый раз сыграл, ну чё? Это ж буквально главная игровая механика этой игры. И я понял уже, отъебись. Нет, подожди. Это ж значит, ты... Это ржака. У меня нет слов. Я провозглашаю тебя королем. Королем тупорезов без мозгов. Спасибо, да, ну то есть... Заслужил. Да, я потратил 34 часа. Идиот. Меня с работы уволили. Истинный король тупорезов, ну что сказать? Может быть, уже пойдем по следам бандитов? Пойдем. Ну ты сюда охуеть. О, вау! И у тебя есть следы? Да. Да. Да? Хуйно. О, и у меня есть следы? Да-да, для особо одаренных ключевая механика в игре. Да. О, и еще кое-что. А? Это прыжок. Пошел, Бен.